Библейский портал экзегет.ру представляет. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем лекции по книге притчи Соломоновых для библейского портала экзегет.ру. И сегодня мы читаем восьмую главу. Я напоминаю, что читаем мы этот текст в переводе Юнгерова. Он переводил его с греческого Септуагинты, так же, как этот текст был э, положен в основу, этот греческий текст был положен в основу славянского перевода, и поэтому в церкви мы слышим текст, похожий на текст Юнгерова. Ну и также мы сверяем э, перевод Юнгерова с переводом синодальным, который делался с еврейского текста. Иногда в них есть интересные разночтения. Итак, Соломон начинает. Посему ты проповедуй премудрость, чтобы разум поминовался тебе, ибо она находится на самых возвышенных местах и останавливается на распутиях. У ворот властелинов восседает, во вратах воспевается». Уже вот этот первый стих отличается в синодальном переводе, потому что здесь Соломон как бы спрашивает, не премудрость ли взывает, «И не разум ли возвышает голос свой? Она становится на возвышенных местах, при дороге, на распутьях» и так далее. То есть здесь мы в первую очередь видим такое обращение к сыну, что «ты проповедуй премудрость», а здесь говорится о том, что сама премудрость взывает и возвышается. Ну, просто некоторые разные поэтические образы. Итак, она находится на самых возвышенных местах и останавливается на распутиях. Вот этот образ возвышенного места, он такой довольно традиционный. Не случайно Христос говорит, что не может укрыться город, стоящий наверху горы. То есть христианин, ученик Христов своей жизнью должен всем являть пример для подражания, пример исполнения заповедей. И вот почему. Потому что и премудрость находится на самых возвышенных местах. То есть она присутствует там, где ее можно заметить. И останавливается на распутиях. Распутие, перекрестки это тоже место, где э, особенно часто встречаются люди, где, как бы, э, может быть, происходят даже некоторые торговые сделки и прочее. То есть перекрестки всегда более оживленные, и поэтому премудрость находится там, она не где-то прячется, Бог проповедует ее, и она присутствует в мире. Это очень важно э, понимать, что премудрость Которую проповедует Господь не какая-то сокрытая, не эзотерическое знание, не что-то такое таинственное, что можно передавать, только э, там, как, как некоторую великую тайну, сокрытую от всех людей. Напротив, так как премудрость Божия э, в качестве закона, жизни человеческой только и может быть полноценным основанием, и только основываясь на премудрости, можно полноценно жить. То Бог и проповедует ее всем людям, ни для кого не делает исключения. У ворот властелинов восседает, и во вратах воспевается. Далее идет прямой, прямая речь самой премудрости: К вам, о люди, взываю, к сынам человеческим издаю мой голос. Уразумейте неопытные проницательность и ненаученные, приложите сердце, послушайте меня, потому что я буду говорить достойное почитание и изнесу из уст правое. Ведь истину возвещает гортань моя, а устал живые для меня мерзость. Справедливы все изречения уст моих, нет в них ничего коварного и лукавого. Все они ясны для разумных и справедливы для ищущих знания. Очень интересно здесь вот эта просьба, приложите сердце. Иногда говорят, что как, как сердечно ты относишься к этой э, проблеме. Или так и говорят, не прикладывай сердце, да, не относись так с таким сердцем к этому. Вот действительно, премудрость просит буквально слушающих, чтобы они приложили сердце к исполнению ее, к тому, чтобы ее слушать. И, и далее, «Истину возвещает гортань моя». Вот современные э, люди очень любят спрашивать, а что же такое истина, и, что, и, и говорить, что истин, э, что истин может быть много, что у каждого своя правда. На самом деле, конечно, например, люди, которые занимаются наукой, особенно естественными науками, знают, что такое истина. Истина ⁇ это то, что есть, это то, что существует, то, что соответствует действительности. И для естественных наук это очевидно. Например, для истории мы, скажем, можем не знать точно, было такое событие или не было. Но оно могло или быть, или не быть. Истина здесь не может быть и то, и другое. И вот в нравственном отношении особенно важно, может ли быть нравственно, в нравственном отношении истина, ведь каждый ведет себя так, как его воспитали, так как его э, научили. Но Бог, Творец мира и Творец человека, и Он, сотворив человека, задумал о нем определенное и дал для этого для исполнения замысла некоторые правила. И поэтому Бог Знает, каким должно быть наше истинное правильное поведение такое, какое должно быть. И поэтому, и, и, конечно же, премудрость проповедует именно истину. Истину возвещает гортань моя. И все они то есть все заповеди, ясны для разумных и справедливы для ищущих знания. Действительно, человек, который стремится к тому, чтобы понять, и ищет знание, не просто отмахивается от него, не отказывается от него, а ищет его. Он всегда находит. Бог никогда не скрывает от человека того, что на самом деле он хочет ему сказать. Примите наставление, а не серебро. И разум, который лучше очищенного золота. Предпочтите знание чистому золоту. Потому что мудрость лучше драгоценных камней. И все ценное... Не стоит ее. А я, премудрость, вселила совет и разум, и смысл я призвала. Страх Господень ненавидит неправду, гордость, высокомерие и пути лукавых, возненавидела и Я, развращенные пути злых. Тринадцатый стих несколько отличается э, от в синодальном переводе от того, что пишет Юнгеров. Значит, еще раз, здесь страх Господень ненавидит неправду. То есть он сам ненавидит, страх Господень ненавидит. В русском э, синодальном переводе более понятно. Страх Господень ненавидеть зло, гордости высокомерие, и злой путь, и коварные уста я ненавижу. То есть здесь это как бы призыв к правильному поведению человека. Страх, то есть иметь страх Господень значит... Ненавидеть зло. Это понятнее, чем такое выражение, страх Господень ненавидит. Но так или иначе, вот, а, речь идет о ненависти, к, о том, что страх Господень состоит не только из, вза, из особен, особенного отношения к Богу, но плодом Его, этого страха, является как раз ненависть к злому, ненависть к греховному. У меня совет и крепость, у меня разум и у меня сила мною цари царствуют, и владыки пишут правду. Мною вельможи величаются, мною властелины управляют землею. Вот здесь, с 14 по 16 стих, премудрость как бы говорит, что она в основе всякого, в основе всякого подлинного правильного поведения, в основе всякого подлинного знания, в основе всякой подлинной славы, всякой подлинной честности. Ею цари царствуют, и вельможи величаются. И далее, 17 стих. «Любящих меня я люблю, и ищущие меня найдут благодать». «Мне принадлежит богатство и слава, великое имущество и правда. Пользоваться моими плодами лучше золота, и драгоценного камня, мои плоды лучше очищенного серебра. Я хожу по пути правды и среди путей правосудия пребываю, чтобы разделять, разделить любящие меня имущество и сокровищницы их наполнить добром. Если я возвещаю вам бывающее ежедневно, не забуду исчислить и того, что от века. Здесь особенно вторая часть 21 стиха в синодальном переводе просто не было этого текста, и поэтому вторая часть 21 стиха просто добавлена в синодальный перевод из греческого текста, потому что 21 стих полнее в греческом тексте, чем в еврейском. Смысл того, что говорит э, премудрость, понятно. Нет никакого земного сокровища, которое могло бы сравниться с премудростью, потому что плоды... Человеческой жизни, жизни того человека, который премудро стремится к премудрости, гораздо больше и гораздо важнее значимее, чем плоды человека богатого, который пользуется своим богатством. И вот здесь интересно, что она ходит по пути правды. Премудрость ходит по пути правды. Для нас, читающих эту книгу, книгу Притчи Соломоновых премудрость и правда практически синонимичны. Премудрость — это то, как должно поступать, как бы глубина знания, и правда тоже связана с праведностью, с тем, как должно поступать. Но для ветхозаветного иудея правда — это не просто какая-то такая категория этическая, это не просто категория знания, правильная или неправильная, правда или ложь. Для Ветхозаветного человека праведник это тот, кто связан с Богом, праведник это тот, кто находится в завете. Это еврейское слово цадик, корень ЦДК означает как раз это правое, то есть связанное с Богом, должное быть, по замыслу Божьему существующее. И очень важно, что премудрость говорит: Я хожу по пути правды и среди путей правосудия пребываю. То есть человек, который стремится к премудрости, в итоге укореняется в завете Божьем. 22 стих очень известный и очень важный. Господь соделал меня началом путей своих для дел своих. Вот само слово соделал, которое здесь указано, может несколько смутить. Как будто бы премудрость сотворена Богом. А на самом деле, вот синодальный текст говорит несколько иначе. Господь имел меня началом пути своего, прежде создания своих, из коней, то есть от начала. Что же это означает? Соделал или имел меня началом путей своих? Речь идет, конечно, не о сотворении премудрости, а Господь как бы поставил меня началом своих путей. То есть здесь акцент должен быть не на сделал, как будто Господь сотворил премудрость но на то, что он соделал ее в началом путей. Она была и до этого, но начало путей Божьих премудрости, началом путей своих, для дел своих. Прежде веков он основал меня в начале, прежде нежели сотворил землю, прежде нежели сотворил бездны и прежде нежели произошли источники, прежде нежели были водружены горы, прежде всех холмов он рождает меня. И действительно вот это очень важное слово рождает, потому что из глубокой древности христиане, которые читали книгу притчи Соломоновых, считали, что премудрость это и есть сын Божий, это и есть Слово Божие, и поэтому, конечно же, так как Бог сотворил мир Словом, то вот этот стих, что Господь поставил меня, соделал меня началом путей своих для дел своих, то есть в самом начале. Есть Логос Божий, который, которым потом Господь творит э, землю и все, что Он сделал для всех дел Своих. И вот этот Логос рождается прежде всего, что сотворено, говорит книга Премудростей, Он рождает меня. Господь сотворил страны и необитаемые места, и пределы, обитаемые в Поднебесной. Когда Он уготовлял небо, я была с Ним. И когда помещал престол свой на ветрах, когда вверху устроял мощные облака, и когда укреплял источники в Поднебесной, и когда назначал морю пределы, чтобы воды не проходили мимо устья его, и когда созидал твердые основания земли, я была при нем устроительницей. И далее, «Я была для него радостью, ежедневно, во все, во все время веселилась перед лицом его» как и Он веселился, окончив творение Вселенной, и веселился о сынах человеческих». Очень интересный стих. Вот этот 30 и 31 стихи отличаются в еврейском и греческом тексте, потому что здесь... 30 стих звучит следующим образом. «Тогда я была при нем художницей, и была радостью всякий день, «Веселясь перед лицом Его во все время, веселясь на земном кругу Его, радость моя была с сынами человеческими». То есть, это все говорится премудростью о самой себе. Она веселилась перед лицом Божиим, и радость была с сынами, ее радость была с сынами человеческими. А 31 стих греческого текста говорит о радости самого Бога, как и Он веселился, окончив творение Вселенной. Очень красивый образ и очень редкий, потому что э, в Священном Писании о Боге чаще говорится как о том, кто дает закон, кто строго спрашивает. Нередко можно встретить слова «гнева Божьего». И здесь вот мы встречаем прямое указание на то, что когда Бог сотворил небо и землю, Он веселился об окончании э, сотворения Вселенной и веселился о сынах человеческих, то есть веселился о людях, о том, что они есть. Бог радуется тому, что Он сотворил мир, и радуется тому, что на нем живут, в нем живут люди. Далее окончание уже главы. «Итак, ныне, сын мой, слушай меня, и блаженны те, которые сохранят пути мои. Выслушайте премудрость, и будьте мудры, и не отступайте». В синодальном переводе добавлено слово «от него», то есть не отступайте от Бога. Блажен муж, который выслушает меня, и человек, который пути мои сохранит, бодрствуя каждый день при моих дверях и охраняя пороги входов моих, потому что исходы мои, исходы жизни и желание мое уготовляется от Господа. Вот очень важно, да, он говорит, каждый раз, бодрствуя и выходя э, из дверей моих, буквально вот на, премудрость как бы охраняет пороги эм, и исходы мои исходы жизни то есть всякий раз когда я выхожу из дома всякий раз когда я намереваюсь что-то сделать я намереваюсь сделать это в соответствии с премудростью и это путь жизни и желание мое уготовляется от господа то есть я стремлюсь к тому чтобы мои желания соответствовали желанию божьему и, иными словами как мы привыкли сегодня говорить, что мы стремимся, и человек должен стремиться соблюдать волю Божию. А согрешающие против меня совершают беззаконие против своей души, и ненавидящие меня любят смерть. И вот действительно очень важно, что согрешающий против премудрости не наказывается ею самою, но согрешает против своей души. То есть сам себя уничтожает, сам себе вредит человек. И ненавидящие меня любят смерть. То есть нет ничего промежуточного. Или человек любит премудрость и стремится к ее исполнению, или он по грехам своим отворачивается от нее и идет в другую сторону. Соломон призывает нас к тому, чтобы мы выслушивали премудрость, были мудры и не отступали. Да поможет нам в этом Господь. Всего доброго.